Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сидела я такая и подумала, что может быть лучше разборов на Алену Швец? Лучше может быть только Алена Швец, Фет, Мэйби, Бэйби на песню «Тамагочи», которую сегодня мы с вами разберем несколькими способами, баре и не баре, но обо всем по порядку. Три инструмента в руки и погнали учиться. Но для начала, конечно же, давайте мы ее сыграем. Утопила телефон, пока мылась в ванне. Пропустила твой звонок, позабыв про свидание. В супермаркете меня задержала охрана. Мне не веришь, что забыла просто снять это платье. Я кричала тебе в трубку, что ты стал наркоманом. Ну откуда же мне знать, что там была твоя мама? Я угнала чей-то скейт, мне звонят федералы. Ну давай решить проблемы, боже, кто из нас парень? Твои проблемы, не мои проблемы, но мои проблемы. Ты решишь, ведь ты же кавалер, мотаю нервы, я мотаю нервы. Мальчик, ну поверь мне, все это просто совпадение. Тратит свои силы, ведь он быть со мною хочет. Маленький, милый, глупый мальчик тамагочи. Знаешь, что всегда меня укроешь от бед. Самый верный парень, мой карман и бойфренд. Тратит свои силы, ведь он быть со мною хочет. Маленький, милый, глупый мальчик тамагочи. Знаешь, что всегда меня укроешь от бед. Карман и бойфренд. Разбор на укулеле. Песня на самом деле очень интересная, потому что тут можно всякие фишки-плюшки сделать, но во всем по порядку. Начнем с аккордов. Аккорды у нас всего 4, два из которых повторяются. Итого нам нужно выучить всего 3 аккорда, простая арифметика. И прикол в том, что эти аккорды можно сыграть как в простом построении, то есть ля-ля-ля, пум-пум-пум, да. Или же это можно перестроить все в баре, чтобы вам не было вот этих лишних махинаций в телодвижении. Вот мне, по крайней мере, неудобно играть в простом положении. Я вам сейчас покажу 2 варианта построения этих аккордов, а сами уже потом выберите, как что будете играть. Погнали. Простой вариант. Ставим первый аккорд ДМ. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу. И третью, четвертую струну на втором ладу. Далее идет у нас аккорд С. Мы просто зажимаем первую струну на третьем ладу. И третий аккорд у нас аккорд с баре. Он будет играться с баре и в первом варианте, и во втором. Вам просто нужно научиться ставить баре. Я делала отдельный выпуск, если что, посмотри, вот тут ссылка сейчас появилась. Аккорд А диез, или по-другому си бемоль. Чтобы его сыграть, нам нужно поставить указательный палец на первый лад полностью. Потом мы зажимаем третью струну на втором ладу и четвертую струну на третьем ладу. Получается ДМ, С, А диез, или по-другому си бемоль. И потом опять повторяется С. Вот и вся связка аккордов. То есть ДМ, С, А диез, С. И куплеты, и переходы, и припевы. Все играем на этих аккордах. Это первый вариант построения этих аккордов. Разбор на укулеле. Далее мы можем это перенести все в баре, чтобы вот таких вот махинаций телодвижений, повторюсь, такого у нас не было. Связку аккордов мы запомнили, какая. Сейчас мы сделаем построение. ДМ мы можем поставить на пятом ладу баре и зажать четвертую струну на седьмом ладу. То есть ДМ тут и ДМ тут. На октаву лучше просто звучит. Далее, С мы можем зажать. Ставим баре на третий лад и зажимаем третью струну на четвертом ладу и четвертую струну на пятом ладу. По идее, строение точно такое же, как мы ставили А диез, только на третьем ладу. Но во втором варианте А диез у нас будет, получается, баре на пятом ладу, вторая струна на шестом ладу и четвертая струна на седьмом ладу. Что получается? ДМ, С, А диез и опять С. Утопила телефон, та-та-та-та-та-там, па-па-та-та-та-та-там, тра-та-та-та-та-там. Тут нужно будет попрактиковаться, чтобы это всего звучало. Если вам сложен такой вариант, берите супер простой, который я показала ранее. Теперь погнали, что касаемо боя и перебора. Разберем с вами куплет и переход. Их можно сыграть несколькими способами. Первый вариант получится вниз заглушка, вверх заглушка. Как играть бой и делать глушение, также у меня есть отдельный видос. Как это все сделать по аккордам? Получится вниз заглушка, вверх заглушка, вниз заглушка, вверх заглушка. Как вариант. Также есть второй вариант, как это играть. Вы можете играть все струны одновременно, как бы щипком.
И также делать заглушку, но мы ставим ее вот не таким образом, а как бы ставим обратно пальцы, но при этом их не выдергиваем. За счет того, что мы их ставим обратно, у нас происходит глушение звука. Как это получится с аккордами? Заметьте, тут можно сделать такую фишку, когда мы играем «Твои проблемы, не мои проблемы», играть то же самое, но сделать это ближе к началу грифа, и когда вы будете делать глушение, то у вас будет звук такой. Это придает такую фишку, по-другому можно сказать, какую-то перкуссию, типа такие крутые, мы знаем такие слова. Если мы будем играть, получается один звук, если мы играем, получается симметрический удар, и это будет еще круче звучать, то есть у нас какое-то развитие песни. Что получится? Твои проблемы, не мои проблемы, но мои проблемы. Ты решишь, ведь ты же кавалер, мотаю нервы, я мотаю нервы. Мальчик, ну поверь мне, все это просто совпадение. То есть это будет намного интереснее звучать, чем вы просто будете на протяжении куплета и припева делать одно и то же. Разбор на укулеле. Что теперь касается боя в припеве? Мы играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз. Причем мы его делим на два аккорда. Получается, первый аккорд у нас играет вниз, вниз, а второй доигрывает вверх, вверх, вниз, вниз. Получится. Но прикол в том, что припев у нас играется быстрее, чем мы сейчас с вами выучили, да? То есть сначала, чтобы сыграть это все в оригинале, вам нужно отработать бой, присоединить аккорды с этим боем, все в медленном темпе, когда вы же чувствуете, что получается все хорошо, с ритма вы не сбиваетесь, начинаем потихонечку ускорять. Тратит свои силы, ведь он быть мною хочет, маленький, милый, грубый мальчик, ты могучий, та-та-та-та-та-та-та. Потом можете чуть-чуть ускорить, и тогда у вас будет оригинал. Тратит свои силы, ведь он быть со мной хочет. Маленький, милый, глупый мальчик тамагочи. Но если мы взяли другие аккорды, то получится то же самое. Если ты фанат Maybe Baby, ставь лайк. Если фанат Алены Швец, подписывайся на канал. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно. Ну а также не забывай писать в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. И, конечно же, не забудь скинуть этот разбор своей подружке, которая обожает эту песню. У меня по-прежнему за ударя. Скоро увидимся. Пока.